Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ника Сабрекова, и я преподаватель школы «Художник онлайн». Я приглашаю вас на свой курс по леттерингу. Леттеринг – это искусство рисовать буквы. Именно рисовать, а не писать, и в этом его главное отличие от каллиграфии. Леттеринг – это красивая иллюстрация со словами, где каждая буква может иметь свой характер и начертание. Мы выполним 5 сложных законченных композиций, но перед каждой из работ будет теоретическое задание, в ходе которого мы ознакомимся с тем или иным шрифтом. Мы нарисуем эффектную контрастную композицию шрифтом без засечек, гротеском. Мы научимся рисовать объемные буквы и добавлять нашим буквам росчерки. Мы познакомимся с антиквой и нарисуем с помощью этого шрифта сложную декоративную композицию. В этом уроке мы поговорим о таких декоративных элементах, как плашки, росчерки, ленты и флориши. Мы узнаем, из чего состоит меловой леттеринг на грифельной доске, и узнаем, как имитировать эту технику на бумаге. В этом уроке мы будем имитировать каллиграфию с помощью пастельного карандаша и добавим растительные узоры в нашу работу. Мы нарисуем эффектную композицию брашпеном и научимся делать мягкие переходы от одного цвета к другому, а также делать буквы объемными. И в финальном задании нашего курса мы с вами узнаем, как заполнять сложную форму буквами и комбинировать разные типы шрифтов в одной работе. В этой работе мы используем все полученные ранее знания. Для того, чтобы создавать эффектные композиции, вовсе не обязательно уметь рисовать. Для искусства леттеринга важны только усидчивость, аккуратность и желание создавать красивые надписи. Я желаю вам вдохновения, больших творческих успехов и жду вас на курсе.